В отдел МВД России по Курскому району от работника букмекерской конторы поступило сообщение о разбойном нападении. На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции установлено, что в помещение букмекерской конторы зашли двое мужчин в масках и, угрожая охраннику ножом и предметом, похожим на пистолет, потребовали от кассира выручку. Женщина, опасаясь за свою жизнь, передала мужчинам денежные средства, после чего они скрылись с места преступления. Сумма причиненного ущерба составила около 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска молодые люди задержаны и доставлены в районный отдел полиции. Ими оказались житель Советского района и ранее судимый за аналогичное преступление житель Левокумского района. В ходе обыска по месту жительства мужчин обнаружена одежда, в которой было совершено преступление, и часть похищенных денежных средств. Следственным отделом МВД России по Курскому району в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.